Давайте посмотрим, как организм заживляет повреждения мягких тканей. Сначала особые клетки, тромбоциты, слипаются и образуется сетеобразный сгусток, который закрывает стенку сосуда и останавливает кровопотерю. Далее начинается воспалительный процесс. Тучные клетки выделяют вещество гистамин, который расширяет кровеносные сосуды и увеличивает приток крови к месту повреждения. С кровью прибывают особые клетки, макрофаги и нейтрофилы, которые поедают попавшие в рану бактерии, удаляют поврежденные клетки и другие частицы. После завершения уборки начинается стадия восстановления. Особые клетки-фибробласты создают коллагеновые волокна, которые принимают очертания исходной ткани и далее по мере созревания восстанавливают функциональность и внешний вид клеток.